Ребята, всем привет. В общем, мы уже на чердаке, мы уже нашли местечко. Там, где мы это все будем делать, да, немного пыльно, но плюс-минус. Но это лучше, можно. Чем. Да, это чем лучше, чем тут. Так, вот наши свечки. Вот, они уже в отпадке. Батан, ты доставай карандаши с этими. Так. Я тогда их буду приклеивать к этому, чтобы они не постоянно не падали. Ну, к иглам. Ну, вот сюда вот подпаливаю вниз, и вот так, чтобы не. А, мне просто. Да, так и сделай, да. А, спички ты купила или зажигалку? Да, я покупала спички. Подержи, пожалуйста, поснимай. Ты пока что. Я сейчас достану спички. Все, вообще делиться спичками не игрушка, но для такого раза. Можно. Да, ребята, запомните это раз и навсегда. Детям спички не игрушки. Правильно сказала, да? Не снимай, не помню. Я это делала, чтобы. А, ну да, чтоб, если что, видео не заблокировали. Так, а карандаш достал? Да. Так, хорошо, отлично. Передай камеру Денису, а сама пиши да, нет. А, Денис, так. Не снимай пока что, что Дарина делает. Ага. Все, хорошо, вот так держи. Так, сама снимай, да. Угу. Так, расставай. Так, держишь? Да. Держи фонарик, чтобы на тебя светили. Ух. Это так. Вот так. Подожди. Так, на, давай. Фух, надеюсь, все нормально будет. Дай бог. Кто его знает? Дима, ваш комментарий. Каким он по комментарию? Хочется увидеть его. Подумать, что он пришел. Отлично. И вот еще две свечки, так же самое. И мы будем писать «да», «нет», потом поставим карандаши. В общем, и будем вызывать. Так как можно будет ему задавать много-много-много разных вопросов, я хочу поспрашивать насчет заброшки вообще. Главное, знаете, что я его боюсь? Вот знаете, типа, не приколы, типа, когда спрашивают Чарли, ты злой, он говорит да, или там еще что-то, а потом происходит всякая там чертовщина. Ничего страшного, что ли, неровное? Нет, это ничего страшного. Нет, просто пиши да, нет. Ты знаешь, как писать? Нет, да не знаю. Ну, мало ли. А что такое, тебе их отклеила? Немножко некрасиво. А, ладно, лишь бы уже хоть как. И, ребята, мы сейчас будем вызывать его. Я немного боюсь, так как я знаю много историй, когда там Чарли, и даже это будет не Чарли, приходил какой-то злой дух и приносил много бед. А, кстати, потом знаете, как Чарли отзывать? Типа Чарли, уйди. И по идее надо ломать карандаши. Но мы карандаши ломать не будем, потому что это твои карандаши. Ну да. Он свеча. Да. Главное просто сказать, уйти, а потом сдавать. Значит, да, да. Получится. Никак не наоборот. Так, снимай себя с Димой. Димой. А как правильно, Чарли или Чарли Чаплин? Чарли. Или Чарли. Или ток, я не знаю. В любом случае. Мы в школе вызывали как-то раз. А я ни разу его не вызывала, если честно. Первый раз? Да. Блин, надеюсь, все будет нормально. Готово? Вот, все, держи. Стой, нет, еще не готова. Ага. Так, держишь? Да, я держу. Фух, ну вообще, ребята, посмотрите вот на эту заброшку. Вот. Капец, там и сидит сторож. Я надеюсь, нас здесь никто не найдет. Так как. Стремновато, очень стремновато. Ты готов? Готов. Тебе страшно? Чуть-чуть. А тебе страшно? Да, но я волнуюсь. Я тоже волнуюсь, потому что я знаю много всяких таких не очень хороших историй. Так, ну что, вы нарисовали? Да. Мне кажется, что он не придет. Ну, хотя бы попытаться вызвать его можно. Да, согласна. Ставьте карандаши пока что. Да, ставьте карандаши. Мне так страшно, если честно. Да, держите. Ты что, что не дали, если... Свети на лист. В общем, ребята, как вызывать? В подробности мы уходить не будем. Мы как знаем, так и вызываем. Ну, если... Да. Спасибо на меня. Если вы знаете, как вызывать как-то по-другому, обязательно напишите нам это в комментариях. Да. Ой. Сейчас, блин, сейчас будет постоянно равнять, не равнять. Все, тихо. И он это просто первый раз... О, да. Дарина, зажигай свечки. Ох, так, да, я не буду снимать. Денис с Димой, туда перепрыгните. Туда? Ну, вот сюда. Вот. Нет, не спускаться не стоит, просто сюда. Стоп, не сдуваем свечи. Не снимай это
Я не снимаю, я снимаю. Ой, я. Ой, она так выглядит. Блин, а ты еще. Я знаю, там уже просто а. Под кожей мне пальцы жрут. А тут смотрите, как ребята холодно. Да. Крипово выглядит. Неприятно. Согласна. Мало чем приятно. В общем, ребята, вот она, у нас вот такая вот ситуация. На, будешь моим помощником по фонарю. Ну что, готовы, ребята? Да. Сейчас говорим. Давайте. Раз, два, три. Чарли, Чарли, приди. Чарли, Чарли, приди. Чарли, Чарли, приди. Чарли. Видели? Чечка. Это из-за ветра, все нормально, все хорошо. Это из-за ветра, мне кажется. Свечка готова, хорошо. Сядь сюда, чтобы ветер не дул. Да, сядь сюда. Блин, что-то уже стремновастенько стало. Тихо-тихо, не считай, ты не обокачивайся. Я случайно тронул. Чтоб, надо... Только давайте договоримся так, если что, ничего, никто сам задувать свечки не будет. Да, согласна. Потому что мне, я верю, ну, что он придет. Все-все-все, ты зажгла. Так, давайте тогда еще раз попробуем. Да, давайте. Чарли, Чарли, приди. Чарли, Чарли, приди. Чарли, Чарли, приди. Чарли, ты тут? Не получилось. Ну, давайте еще раз, да, давайте еще раз. Чарли, Чарли, приди. Чарли, Чарли, приди. Чарли, Чарли, приди. Чарли, ты тут? Ребят, если что, не переживайте, я вот так делаю, я ничего не потому что я сейчас, когда я говорю, я сдуваю свечу эту. Поэтому хорошо, давайте сижу. Попробуем Чарли Чаплин, его же настоящее имя, типа Чарли Чаплин. Ну, давайте попробуем полное имя. Хорошо, давайте. Чарли Чаплин, приди. Чарли Чаплин, приди. Чарли Чаплин, приди. Чарли, Чарли. Ты тут? Что это обозначает? Не понял. А, может быть, это просто подуло ветром. Давайте еще раз. Да. Давайте. Ура. Давайте поставим нормальные карандаши. Кстати, вы знаете, ребята, что от свечек нет теней? Кто не знал, то точнее, у огня нет тени. О, кстати, да. Сейчас дерьмо встретит. Ну это как-то стремновато, мы такие, Чарли, Чарли, ты тут? И он такой, да. Или это может быть из-за ветра, или о. Я не знаю. Сейчас еще раз давайте. Поставила. Осторожно, не выкачивайся, стой. Я зацепил на кой. Чарли, 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 приди, а потом обязательно. Давайте за руки возьмемся. Да, давайте. Хорошо, но я одна рука. Да, да, ты запускай бы на тебя пару. А, вы меня поняла. Чарли, Чарли, приди. Чарли, Чарли, приди. Чарли, Чарли, приди. Чарли, ты тут? Не знаю, мне кажется, что его здесь нет. Ребята, ребят! Офигеть! Вы это видели, ребят? Он а тут. Вот это вот уже реально было не шутка. Я не помню, а как-то надо обратно ставить или так, чтобы она не, стояла? Нет, 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 должна стоять. Надо. Подождите, хорошо, Чарли тут. Чарли тут. У меня ноги онемели. Тихо, давайте спросим, что. А происходит? Что спросим? Ты злой, допустим. Нет, нет, подожди. Чарли, ты правда мертвый? Ну, давайте, да. Чарли, ты правда мертвый? Ну, я не знаю, но он не отвечает. Да. О, мертвый, значит, он мертвый. Да. Это дух, скорее всего. Да. Пипец, я даже не знаю, что спрашивать. Мне кажется, это было реально хорошо. Плохая. Согласна, и мне тоже... Значит, он пришел. Так, давайте тогда, Чарли... Как там его? Ты злой, Чарли? Да, давай. Давайте. Чарли, Чарли, ты злой? Понятно. Ну, пока что ни да, ни нет, но по идее... Должно. Ребята? Ребят. А у что нас это упал карандаш. Начать? Я не знаю, что это может означать, но у нас упал карандаш. Но это не из-за ветра. Это не из-за ветра. Ой, офигеть. Тихо, офигеть, вы это видели? Тихо-тихо. Чарли, 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 это ты только что кинул камень? Понятно. Нет, мне кажется, это он. Да ну, 100%. Ребят.
Давай себе с фонариком, может, он... Не, смотрите, не с Аней я держусь за руку. Вот, и я думаю, нет, что вообще мы только что... Да. Вот, то есть, ребята, смотрите, всех, куда полетел камень. Нет, откуда он полетел? Я не знаю, откуда полетел камень, ну, как бы тут вот крыша. Чтобы вы понимали, ребят, я постоянно оглядываюсь на вход, смотрите, кто-то там есть или нет. Потому что реально стремновато. Очень, настолько стремно, что пипец просто. Тихо. Не знаю. Что-то здесь упало. А, это... Офигеть. Тихо, Дима, сядь. Тихо. Види, там кто-то там вот в то белое, это как будто кто-то прошел. Тень. Да. Мне страшно, ребят. Капец. Мне очень страшно. Блин, мне тоже. Давайте будем типа его отзывать. А, да, давайте, да. Тихо, давайте его отозвем. Мне просто стрёмно, я больше не хочу. Давайте. Чарли, уйди. Чарли, уйди. Ребят, тихо. Нет, не уйдет. Я не знаю. Подождите, вообще, по сути, я знаю то, что можно просто спалить листок. Но, по сути, если мы вдруг спалим листок, и он не уйдет, то мы больше не сможем узнать у него. Потому что, если мы сделаем новый лист, это уже как бы будет... Не знаю, что делать. Да. Давайте затушим свечи и все. Так куда затушим свечи? Ё-моё. Офигеть. Надо прекращать уже. Блин, может быть, Чарли для нас хочет зла? Чарли, ты хочешь для нас зла? Да. Да. Ребят, почему каждый с бомбасеном кто-то стоит? Да, кстати, мне тоже. Я вам сейчас покажу просто. Это реально. Я вам сейчас просто покажу. Вот там вот очень сильно кажется, как будто блин, кто-то стоит. Вот эти, да, вы тоже видели? Трина его отзывает. Давайте все вместе попробуем еще раз. Ребят, мне это не нравится уже совсем. Да. Это уже капец какой-то. Надо заканчивать. Вы видели? А что заканчивать? Смотрите, как свечки забегали. Да. Тушим свечи все. Да, короче, мне все равно. Тушим свечи. Давайте просто уйдем отсюда. Не будем ничего трогать здесь больше. И давайте просто уйдем. В общем, ребята, мы уходим отсюда, потому что реально нереально просто стрёмно. И это реально очень. Короче, ребята, всем пока, мы вас любим. Пока. Пока.